Нет, ну в этом видео я точно матом не буду ругаться. Хотя... Блин, кто здесь будет? По-любому. Кто-то сильный, мне кажется. Всем привет, ребят, с вами Кидон Плей. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. Айзек! Айзек, ты там? Ты слышишь меня? Что ты хочешь? Строс. Послушай, все кончено. Нет, 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 все еще не кончено, пока еще не кончено. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку, мы можем все ее уничтожить. Да, обелиск? Строс, ты знаешь, где находится обелиск? Правительство сектора. Он в правительственном секторе. Мы должны идти туда, сейчас же, сейчас, сейчас. Строс, Строс, куда тебя понесло? Черт. Вообще, счет еще как дерьмо переводится, типа так. Я оттуда вломился, правильно? Что, здесь есть что-нибудь полезное? О! Как хорошо, что я сходил назад. О! А мне надо. А мне надо туда. Бля. Верстак, все там, короче. Задача-то, вот все, задача-то. Мне нужна задача. Все остальное постольку поскольку. Сохранялка. Ну, сохранялка мне тоже нужна, разумеется. Офигеть, уже шестая глава. Так. Да что ж такое? Блин, горло першит немножко, прикинь. Ужас. Я сюда, да, могу? Ну, блин, все переполнено. Какого хрена? Где магазин? Чего, хотя я его давил, все равно места нету. Так. Это кто? О! Здорово, чувак, это когда ты... Это... Что это с тобой? Это он, походу, Санта-Барбару не досмотрел, знаешь? Мне кажется, вот люди, которые начинали смотреть и этот сериал досмотрели до конца, то они так же примерно выглядят. О, нифига себе, кошмар. Тут еще есть человек. Это ужасно. Так, ладно. Да, да, все, погнали. Вот Айзек, жучая гнида, да? О, Айзек, мы наводим на них ужас после каждого сеанса, я помню. Они помечали нас в машину. Я не понимаю никаких сеансов. О, тебе повезло, что ты их не помнишь. Начнешь вспоминать, он вернется. Кто? Кто возвращается? Тоже. Ох, посмотри-ка, как же ты вырос. Куда ты? Куда же ты уходишь? Строс, не иди за ним. Его там нет. Что, бля, происходит? Я вообще не понимаю. Мне нужен лифт, я так понимаю. Какого хрена? Ты чё? И все, я зашел, сразу перестал закрываться. Класс, блин. Говорит директор Тайтон, всем оставшимся подозреваемым приказываю немедленно отступить. Правительственный сектор, ну чего? Чё ты дичь мне несёшь какую-то, никуда я не буду отступать. Тебе необходим мир для поимки утечек или что? Нам нафиг. Заглуши уже. Так, значит, нам сюда. Погнали. Ой, сейчас опять подбегут гады. Ну, естественно. О, пульки.
Кто? Ты где? Ты как? Нет, только не мелкий. Нет! Я не хочу с ним. Блин, пипец. Да блин. Все? Нет, не все. Охренеть, что это прыжок. Прям нормально, да, прыгнул? Все? Воу-воу. А это куски просто летят. Кто идет? Все? Какого хрена? Да сколько можно? Типа... Все? Ну все, надеюсь, что все. Все, пошли в магазин. А если это все, это где? Блять. Постучится. Рюкзак. Давай посмотрим. Значит, один переместить. Ай, не все три. Один я хотел. Один нельзя, да, походу. Так, переместить. Пускай. Давай тоже пока переместить. Как будет у нас это оружие, мы обязательно возьмем. Это переместить. Все, отлично. F назад. А, блин, неудобно. Опять на F нажал. Е. Так, это что купить? Да, патрон, наверное. О, автомат. Импульсная винтовка. Сколько мне? 26 тысяч. Вообще это тема. Да, взять. Это что такое? Дротикомет. Кстати, у меня есть инструмент для стрельбы дротиками с электрозарядом. Блин, ну я не знаю, вот это у нас что? Это дротики как раз, да? Сколько стоит? 11 тысяч, да? Ну да. Во, подожди, нет, это что такое? Труборез. Ну труборез у нас был. Давай дротикомет тогда. Тогда что получается? Тогда, подожди. F. Рюкзак. Е. 4 оружия, значит, у нас есть. Патроны. То есть мне надо патроны взять тогда, получается. Значит, мне надо рюкзак. Ну, все, точнее. Взять дротики. Переместить. И взять вот это, переместить. И на здесь, наверное, не надо. Так, все, как-то так. Пулик нету. Здесь это есть. Вот импульсная винтовка прикольная штука. Пока вот это возьмем тогда. Так, куда мне дальше? Туда. Погнали. А давай, наверное, импульсную винтовку возьмем. Что это было? А мне туда, да? Ну, естественно, через этот страшный черный пол надо пройти. Ищащим монстрягами. Это типа их мина, да, такие или что? А вот тот сдох, я по ним стрелял. Где?
Так, сохранить. Сразу надо сохраниться. Принять. Да. Верстак. Так, перезарядка. Давай, на верстак пошли. Че у меня там два, да, этого? Так. Плазменный, так, пока назад. Рутиками его тоже не знаю. Че мне прокачать? Давай, наверное, здоровье обязательно надо. Воздух я не знаю, пока назад. А плазменный резак, это что мне здесь? Ущерб есть. Плазменный резак мне прям так нормально. Перезарядка это, да? Это перезарядка. Ущерб там вообще до него еще далековато. Да, вот это, чтобы вот этот ущерб потом у нас с тобой был максимальный. Будем его качать, этот пистолет. А все остальное постольку поскольку. Что? Блин, нет. Хорошо, что у меня силовых этих узлов нет. А, надо сохранить сразу. Больше я проапгрейдился. Так, давай. Принять. Да. Открыть. Вот зона невесомости. Внимание, система пожаротушения вышла из строя. Пожалуйста, перекройте вручную подачу кислорода, чтобы остановить возгорание. Не оттуда. Нет. Ну. Все. Все. Внимание, косарь кислов достигла опасного для жизни минимум в 33%. Я же могу летать здесь, правильно? Здесь же невесомость. Че я парюсь? Так, здесь я отключил. Где-то еще, значит, есть. Где-то есть еще. Так, и где? А, вот. Вот он, наверное, как раз. Все? Ну, точно. Что такое? Что такое? А? Какого хера? Ой, какая плохая херня это. Все? Куда мне идти-то? Куда мне идти? Нет? Хе. Так. Да ладно, чё мне типа... Подожди. А мне сбой системы электропитания. Это мне надо батарею поменять, типа, да? То есть мне это назад надо сейчас будет за батареей бежать, типа. Ну? Ну, все? Едем? Ну, поехали, давай. Такой чувак прям. Ух, твою мать! Все,
Без попутчиков еду, все, иди нафиг. Нечего мне тут воздух портить в лифте. Айзек, шаги. Он хочет, чтобы ты исследовал шагам. Шаг первый. Забраться в темную машину. Стросс, успокойся. Он не причинит тебе ничего. Он хочет, чтобы я забрался в темную машину. Айзек, я не могу никуда пойти. Он там. Господи, о господи. Стросс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до вагонетки. Сможешь? Возвращать. Не могу говорить. Да сможет он до вагонетки, наверное, ничего нет-то. Жить захочет, сможет. Ага. В смысле? А, просто подойти и нажать, понятно. Так, что тут еще есть? Так, силовой узел закрыто. Да, надо сохраниться. По-любому надо сохраниться. Глава 6. Давай, сохраняйся. Так, ну мне сюда, правильно? Ну правильно. Что это такое? Не знаю, но я взял. Блин, кто здесь будет? По-любому. Кто-то сильный, мне кажется. Ой, бля, опять эти мудаки быстрые. Да, стреляй. Ты стреляй. О, твою мать. Стреляй! Стреляй, 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 стреляй! Разряжайся. Стреляй. Ну стреляй! Ты ёпта, беги! Разряжайся! Охуеть, кстати, все, проебал вспышку, проебал вспышку. Беги. Беги, ёб твою мать. Ебать, они быстрые. Ползают тоже быстро. Так. Ух, блин, капец, как напряжно с этими мразями-то, а. Пипец, это пипец. Так, вот это надо тоже растоптать. Отлично. Погнали. Поход туда. Да уж, да уж. Значит, надо перезарядиться везде. Что-то с дротиками я не разобрался до конца пока еще. Что, сюда мне или куда? Сюда? А что закрыто? Как открыть? А, ну понятно. За 5 пальцев в розетку будем сувать с тобой, смотри. Так, есть. 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 Все, да? Ну.
Сейчас это, наверное, летучая мышь вонючая, обсеменительная, сюда прилетит. Раз тут трупов много. Айзек, он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг первый. Забраться в темную машину. Шаг два. Туго закрутить винты. Я не понимаю. Господи, он вернулся. Нет, 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 нет. Чего? Гайки закрутить? Чё-то не знаю. Ну уже, давай, подходи. Ой, как хорошо. Я буду тут до конца. Куда мне? Не туда. Значит, по мне стрелять не будут? Оу, fuck you. Давай, не стесняйся. А что такое? А так нравится. Получай, тварь. В смысле? Эй. О, херена. Эй, не приближайся. Хочешь говорить, говори оттуда. Только не заливай, что ты типа хочешь мне помочь. Тише, я не намерен причинить тебе вред. Верное решение. Только попробуй. Башку снесу. На тебе, мразь. И что ты мне делаешь? Слушай, кажется, мы начали не оттуда. Я Айзек. Элли. Чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться до транспортного терминала. Хочу попасть в правительственный корпус. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Ты что, знаешь, что ли? Слушай, я могу помочь. Шанс спастись больше, если держаться вместе, разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. И открой замок, но дальше каждый сам по себе. И сделай одолжение, не ходи за мной. Усёк? Подожди, подожди. Что такое? Тут был такой, как вот на меня бежит. Блин. О, это кто такой? Чебуран какой-то там. Ой, опять ты. Ладно, я предлагаю сохраняться здесь и... Я предлагаю сохраняться здесь и останавливаться. А в следующей серии мы с тобой продолжим. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем покеда.